Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик. Сегодня мы поиграем в бафнутого импостера. Вы просто посмотрите на эту огромную... Я не знаю, что это, машина для убийств какая-то. Но прикол в том, что в этой игре нам нужно собирать молоко. Ну и, в принципе, все. Вот такая вот игра. Давайте посмотрим. До этого я не играл. Ух ты ж, ё-моё. Погоди, а можно, пожалуйста... Ага, спасибо. А то капец, какая чувствительность. Не-не-не, все равно огромный. Ужас. Капец просто. Тогда попробуем так. Ладно, окей. Походу меня не меняет. Тут что-то... мне не подойдет. Ладно, мне нужно найти все молочко. У меня есть бег здесь. Ладно, молочко раз. Одно из двух. Повернись назад. Ой, точнее, иди назад. Серьезно? Ну давай. Я не закрывал эту дверь. Ага, то есть все это дело постоянно будет меняться, окей. Давай подбираем молоко, и что произойдет после этого? Мы просто выигрываем. Окей. Кстати, эта игрушка напоминает импостер Хайд по оформлению игры. Так. Здоровки. Здрасте, тут никого пока что. Но монстра я еще не видел. Так. Что-то идет. Ну-ка. Понятно. Что-то е... Опа. Чё, враг сейчас появится? Ну-ка. Нет, пока что все норм. Я боюсь тратить свою энергию на бег, потому что если эта фигня появится, то мне нужно нестись как ненормальному. Вот в чем дело. Тут еще, наверное, тупики могут быть и тому подобное. Так, ага. Ну, пока что я иду правильно. Вот какие-то стрелки. Хотя я... не уверен. Что, тут уже стены какие-то поломаны. Ага. О! Поменялось. О! Ты чё, чел? Напугал. Сказать честно. И какая-то темнота начала появляться. Чего? Ничего там не было. Окей. Уже очень темно становится. Так. Монстра пока не... Так. Нифига себе. Давай, давай. Куда-нибудь. Не-не-не-не-не. Ай-яй-яй, тупик. Так, давай-давай, молочко нужно еще одно. Энергия кончается. Ты в одиночестве. Ты один. Да-да-да. Я вообще один. Где он? Ох, блин, а, валим. У меня заканчивается энергия. И я черт его знаю, куда нужно бежать. Дайте мне еще одно молоко, ё-моё. Есть. Хух. Ну нормально, мы уже во втором левеле повеселились, побегали. Так, ой, вообще новая лока. Ну давай, поехали. Поэтому вот энергию тратить особо не надо. Потому что этот чел шустрый, капец. Ох ты, блин, а, вот эта вот фигня пугает. О, вот это еще сильнее пугает. Да валим, 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 куда-нибудь. Так, не тупик, не тупик, давай туда лучше. Ой-ой-ой, там глаз был чей-то, чей глаз был? Так, ух, он сейчас тут все поломает. Ладно, мне будет удобнее тогда же. Так. Чё? Чего? Я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Там было написано, что я одинокий, наверное. Блин, у него глаз торчит из стен. Тоже очень странно. Блин. А он все? Пока что отстал, типа? Ну ладно. Сейчас как вылезет где-нибудь. Ох, черт. Ой-ой-ой-ой, вот и вылез. О, нет! Нет! Серьезно! Меня загнали в ту печелу. Так, ладно, попробуем его обижать сейчас. Валим! Ой, я смог! Нифига себе! Но энергии уже нет. И я надеюсь, что сейчас там не будет тупика. Или... черт. Ну,
Ладно. Немножко веселимся еще раз. Ну, не знаю, получится ли мне в этот раз его оббежать. Так. Хуба, поехали. У-ху. Есть, нормально. Так, блин, ну капец, конечно, что за подставная комната? Так. Ага. Так, так, так. Но он, по-моему, рушит только... Ах ты ж, блинский. Тихо. О-о-о! Видали? Ой, ай-яй-яй. Валим. Да капец, он достал уже. Так, куда ж мне бежать-то надо? Ах ты! Все. Ах ты, нифига себе. Вот это он мне дал по башке. Ага, ну чинится. Валим. Алло, помогите, помогите. Молочко. Одно есть. О, второе. Нет. Меня обманули. Обманули, развели. Уходим. Это снова тупик, да? Блин, оно чинится, и мне потом нельзя проходить. Вот это, конечно, вообще не кайф. Я на это рассчитывал. Я еще думаю, почему же нигде нет ни одной сломанной стены, хотя эта фигня за мной охотится. О-о-о, так. Ну, у меня одно молочко сняли. А, у меня 3 жизньки за раунд. Чего? Дверь не захотела вначале открываться. Так. Ну, блин, обратно там тупик, если. Ага, ну он снова идет, типа. Мне пофигу, чё. Я молочко ищу, пожалуйста, не надо. Не бейте меня. Так. Да черт возьми, я устал уже блуждать здесь. О, нашел. Хух. Этот левел был пока что самый трудный, но типа они тут по нарастающей идут, ё-моё. Да, действительно. А, лабиринты эти всегда разные. Так. Тебе одиноко? Да, спасибо, уже нет. Так, давай сюда. Ага. Ну, по-моему, я умер. А, нет, смотри, снова живу. Гуляй, Вася, я убежал. Но я уже к нему привык. Он меня разок, конечно, поймал, но это буквально из-за тупика было. Так-то справляюсь пока что очень неплохо. Ну, как по мне. Так. Ой. Я его снова видел. Видел. О, молоко. Есть. 3 штуки надо, да вы серьёзно? Ой, надеюсь, там сейчас изменится. Так. О? Темень жуткая, вообще ничего не видно. Не люблю, когда так становится. Опа. Что такое? Надпись. Блин. Он тут написано. Ага. Чё? Чё тут? Я эти надписи читать не буду, они иногда такие кривые. Из-за того, что здесь это все меняется. Беги. Окей. Вы видели эти 2 глаза, торчащих из стены? Ну я их уже давно так-то замечаю. Сзади меня? Не ври, обманщик. Ничего нет сзади меня. Пока, кстати. Ты чё, офигел, блин, прям передо мной появился, я еще не пойму где. Так, валим. О, еще молочко. Капец, я этот уровень вообще на изи прошел. Фух. Так, ну, потная игра, но пока что стараюсь. Так, давай. Ай, блинский, разворачиваемся. Так, молочко, молочко, пожалуйста. Ну вообще, типа, здесь как повезет прям. Здесь прям как реально повезет. Рандомный какой-то спавн, как будто... Ой-ой-ой. Искусственный интеллект, что ли, тут? Или что это все дело создает? Не знаю. Прикольно, короче, очень даже. Ай! Нифига, он прям передо мной был. А-а-а! Уходим. Блин. А вот когда он передо мной появляется, мне как-то не особо хорошо. Че, реально? Дальше все бежит. Ай, блин, тогда уходим. Уходим. Давай, давай, не надо. Напуган? Ну, немножечко. Но не так уже сильно. Почестно. Обманули. Да, посмейтесь, посмейтесь. Ай! Кто будет смеяться последним? Так, сзади меня. Вот это уже правда. Вот это уже действительно правда. Пока, чел, я ухожу. Оставайся здесь, приятно тебе остаться в этой... А, хотя тут все белое. Ой, блин, я снова его глаз видал.
Блин. Стоп. Откуда он? Не знаю. Тупой все рушит. Ты потерял. Да я потерялся. Честное слово. Что-то слышал. Ой, спасибо, открыли. Капец, конечно, тут развод полный идет меня. В этом раунде все намного хуже. Нифига не могу ни молоко найти, ничего, блин. Вообще хоть одно. Ой, нашел. Не знаю, вот под вопросом. Так, о, ладно, здесь сначала идем медленно. Угу. Спасибо за свет, кстати. Это мне поможет. Дальше не пойду. А, понял. Сзади меня. Не, развод. Ну, тут много разводов, конечно. Меня. Так. Тут ничего. Даже идти туда не будем. Глаз. Есть комната. Глазастик, блин, подглядывает. Так. Ничего. Есть, идем. Я немного устал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Немного устал уже ходить. Ах ты! Да! Он свернул, гадина такая, а? Он скоротил себе путь. Так нечестно. Морда ты, а? Здоровая. О, здорово. Так, здоровая морда, здорово. Так. Ё-моё, блин, я уже устал. Сзади меня, окей, окей. Опа, нашел какую-то стрелку хотя бы одну. Есть, молочко одно. Тут три надо. Обратно? Да ты шутишь? Ну окей. Обычно, идя по стрелкам, ты приходишь правильно. Но не в этом уровне. Тут меня что-то обманывают прям по полной. А нет, вот смотри, идем. Так. О, еще два уже молока. Ну, хорошо. Три. Вот как это работает? Я целый левел бегал, и потом оно все передо мной. Это какое-то сумасшествие. Ох, тут каждый раз реально прям все-все разное. Короче, ребят, давайте на этом закончим. Наверное, видосик. Вот так вот все это дело выглядит. Бэм. Да уж. Штука огромная, капец. Вот так вот все это дело выглядит. Я немножко побегал, конечно, посмотрю. Ох ты! Ты подлец! Ты как это сделал? Вообще, из ниоткуда. Красава, блин. Тут с каждым разом все сложнее и сложнее будет, понятное же дело. Но вот эта вот рандомная фигня прям вообще раздражает, если честно. Типа ты можешь 500 лет мучиться с уровнем, а можешь за буквально несколько секунд его пройти. Потому что там, ну, не знаю, как-то вот так вот, потому что. Так вот бывает. Но, видимо, нужно правильный маршрут выбрать. Тут же дверей полным-полно. А ты вот, ну, иногда не в правильный заходишь. Бывает уж. Так. Ой! Ой, пугает. Так, ну капец, конечно, огромный. Так, обходим. У меня заканчивается энергия. Это самое плохое. Так, ну не. Короче, ладно, ребят, давайте на этом закончим. Вот такой вот получился видосик. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.